На теле которого появляются арабские символы. Господь напоминает, что мы опомнились. Репортер Кирилл Малахов увидит это своими глазами. Я уверен, мы станем первыми, кто узнает, почему родители его прячут. А профессиональный иллюзионист Роман Лутошкин испробует это на себе. Повторение крайне опасно. Почему родители чудо-ребенка прячутся от людей? Я лично боялась, у меня был шок, я не знала, как это понимать. И почему ученые боятся исследовать феномен? С точки зрения медицины я не могу никакому это объяснить. Так можно ли объяснить это чудо? Это называется психопатологический телесный сенсаций. Я раскрою все тайны. Эта невероятная история произошла в Дагестане. В самой обыкновенной семье родился необыкновенный ребенок. Мальчик, на теле которого появляются изречения из Корана. Вот эти надписи. Они держатся несколько дней, затем бледнеют, исчезают, и на их месте появляются новые. Это первые кадры чуда. Сентябрь 2009-го. Журналисты рассматривают удивительного младенца и делают те самые фотографии, которые вскоре обойдут весь мир. Мать разрешает прикоснуться к ребенку. Мол, убедитесь сами, буквы на теле малыша сверхъестественного происхождения. Их невозможно смыть или стереть. Много приходили к нам и вытирали, ему плохо становилось. Журналисты вызвали из поликлиники врача. Приехала участковая медсестра, осмотрела малыша и развела руками. Это самое настоящее чудо. С надписью? Я не знаю, это явление нашего Всевышнего. С точки зрения медицины я не могу никакому это объяснить. Господь напоминает, что мы опомнились. Мальчик родился в типичной для дагестанского села небогатой семье. Шамиль Якубов служит в милиции. Радостно, да, что именно как в моей семье там родился такой сын. Мадина ведет хозяйство и воспитывает детей. Я лично боялась, у меня был шок, я не знала, как это понимать. В своем первом интервью прессе Мадина рассказала, эти загадочные надписи спасли ее ребенка. Мальчик родился серьезно больным. У него ишемия второй степени была, и церебральный паралич, у него левая сторона, у него парализованная была. Но как только на теле младенца появилось первое слово, все болезни отступили. При выписке из роддома ему поставили диагноз «абсолютно здоров». С медицинской точки зрения я никак не могу объяснить абсолютно. Вот первое. Тогда еще нечеткая надпись, с которой все началось. Она появилась на подбородке Али, когда ему было 2 недели. Я позвала свою подругу, которая у меня в палате со мной лежала. Она умела читать Коран, и она говорит, да, точно говорит, надпись Аллах. Тезка и подруга Мадины Якубовой, Мадина Рамазанова, стала первой, кто разобрал на лице мальчика печать Бога. Синяком Аллах написано. Сначала она была в шоке, потом обрадовалась. Никто из большой семьи Якубовых в чудо сначала не поверил. Когда в роддоме лежала, позвонила мама, говорит, у меня, знаешь, какой ребенок родился? Надписями, говорит, я ее поругала, не поверила. А эта надпись появилась на правой ножке 9-месячного Али в первый день Рамадана, священного для мусульман месяца поста и молитвы. Абдул-Мубарак, благословенный раб Аллаха, первая надпись. Такие буквы были четко красные, вот прям красный цвет нога, как вот так кипятком ошпаренная. Во время Рамадана правоверным мусульманам нельзя есть до захода солнца.
Якубовы рассказывают, грудной младенец наравне со взрослыми отказывался от еды. Ему и молоко давали, и что бы ему ни делали, он с утра до ночи он не кушал. Мы пытались его кормить как-то. И я думала, может, ребенок заболел. И почему-то он не принимал пищу. И уже к вечеру, когда уже прокричали азан, когда можно было уже отпускать пост, и он поел. Нет божества, кроме Аллаха. Кто в меня не уверует, тот будет в смятении. Знай бы то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали. Такие надписи появлялись на теле ребенка. Здесь селе Красного Входа убили помощника имама. Когда его убили, вот это время эта надпись появилась на нем. Господь, обереги меня от всех бед, невзгод, трудностей. Ты – надежда моего печального сердца. Родители рассказывают, изречения из Корана появляются на коже малыша по ночам. И процесс этот мучительный. Его держать невозможно. На руках мы его улаживаем специально люльку, он вот это тело вот так поднимает, кричит, плачет до 40 температура. Кто утаит мои знамения от людей, тот согрешит. После появления этого изречения местный имам посоветовал Якубовым распахнуть двери своего дома паломникам. Толпа людей была, они все на нас шли, и вот мы вот буквально сидим на кресле, они все пытались на нас, вот, кто дотронуться, кто что. Имам сельской мечети вспоминает, к мальчику, как к пророку приходили больные люди, просили исцеления. Пришла женщина, она, оказывается, не могла это иметь детей. Она обращается к нему, дай мне ребенка. Мадина рассказывает, вся их семья теперь живет в страхе Божием. Муж даже не прикасается к сигаретам и алкоголю. Сама она соблюдает все посты. Каждую пятницу проводит в мечети и творит намаз по 5 раз в день. В исламском духовенстве говорят, надписи на теле ребенка – это грозный знак, давно предсказанный пророками. Большинство этих признаков, предшествующие о наступлении судного дня, они уже произошли. Что общего между знаками на теле дагестанского мальчика и кровоточащими ранами Христа? Какую тайну скрывает Мадина Якубова? Сможет ли иллюзионист Роман Лутошкин повторить эти надписи? И признает ли исламский мир необычное явление чудом? Я раскрою все тайны. Представитель Совета муфтиев России Арслан Садриев приезжал в Дагестан, чтобы лично засвидетельствовать почтение семейству Якубовых. Журналисты ожидали, что высокий гость признает кизлярское явление чудом. Но имам воздержался от преждевременных выводов. Смотрим. Сейчас у нас в России Дагестан – это то место, которое в наибольшей степени, наверное, нуждается в поддержке и милости Аллаха Субхану Тааля. Каждое проявление чуда на земле, если оно исходит от Всевышнего, направляет нас только к этому. Почему-то очень осторожные формулировки. Коллеги, что думаете? Я прагматик и в чудеса не верю. Надпись появляется, держится 2 дня, затем исчезает. Фокус трудный, но сделать его вполне реально. Я думаю, есть даже несколько способов. И сегодня я попытаюсь их найти. Попробуй, Кирилл. Все слишком сложно, чтобы не разобравшись, сделать опрометчивые выводы. Вообще, первое, что приходит в голову, это стигматы. Стигматы – это отметины, которые сами собой появляются на теле верующих людей. И совсем не обязательно это раны. Сейчас объясню. Стигматы – следы язв распятого Христа, появляющиеся на теле истово верующих людей. Феномен известен с 13 века. Считается, что впервые стигмы появились на теле Франциска Ассизского в 1224 году. По преданию, святому отцу было видение, с небес к нему сошел ангел и лучами божественного света высек кровавые раны на руках и ногах. Он ухаживал за прокаженными. И не просто ухаживал, он целовался с прокаженными. Говорят, он знал языки даже животных. И вот у него за 2 года до смерти открылись эти стигматы. Среди наших современников тоже есть известные стигматики. Например, итальянец Падре Пио, чьи раны кровоточили на протяжении полувека. Это фрагмент прямой трансляции из Ватикана. В 2002 году Падре Пио причислили к лику святых. А это другой знаменитый стигматик Джорджо Бонджавани.
Он говорит, что ему было видение Девы Марии, которая велела ему сообщить людям о грядущем апокалипсисе, а в доказательство оставила эти знаки на его теле. Христос хотел любви, братства и справедливости между людьми. Мухаммед хотел того же, Будда того же, Конфуций, Кришна. На теле жительницы Сирии Мирны Насур стигматы появляются на протяжении вот уже четверти века. В тот момент, когда рана открывается, Мирна испытывает нечеловеческие муки. А такие знаки появляются на теле 22-летнего художника из Грузии Торники Джигирная. Юноша говорит, что стигмы оставляют на нем святые, приходящие к нему в видениях и рассказывающий о скором конце света. У меня прям вообще процессы, кровь из глаза. И вообще рано. Полная стигматизация. Да, полная стигматизация называется. Всем рано и всем страданием. В христианской церкви к стигматикам относятся неоднозначно. Далеко не все считают их носителями подлинной Божьей печати. Есть из христианских церквей только одна, которая канонизирует стигматы. Это церковь католическая. Скажем прямо, что православная церковь не придает им такого значения. В некоторых случаях стигматы отождествляются даже содержимостью. Пока церкви различных конфессий расходятся во взглядах относительно стигматов, Роман Лутошкин решил выяснить, можно ли их сымитировать при помощи простых средств. Достаточно взять концентрированный раствор гидроксида натрия. Это самая сильная щелочь. При попадании на кожу, даже в небольших количествах, она вызывает химические ожоги. Если нанести небольшое количество раствора на кожу и дать ему высохнуть, то через пару часов рисунок начинает проявляться. Весьма эффективный и очень болезненный способ сделать стигматы. Не повторяйте этого дома. Гидроксид натрия не игрушки. Доподлинно неизвестно, пользовался ли кто-нибудь из стигматиков этим способом. Однако наверняка он пришел в голову не только Роману. Вопрос о происхождении большинства стигматов до сих пор остается открытым. Повод для сомнения дают сами стигматики. Итальянский историк Серджио Луцато утверждает, Падре Пио сделал себе стигматы, облив руки фенолом. Луцато обнаружил в архивах Ватикана показания аптекарши, заявившей, в 1919 году молодой падре покупал у нее карболовую кислоту. Карболовая кислота, другое название фенол, при попадании на кожу оставляет ожог белого цвета, переходящего затем в бурый цвет. Семья Торники Джигирная ответила отказом на предложение ученых исследовать феномен юноши. Стигматизм Мирны Насур закончился в тот самый день, когда репортеры уговорили ее продемонстрировать чудесное явление в прямом эфире. Целый день съемочная группа ждала появления ран у Мирны Насур, но чуда не произошло. С тех пор у знаменитой сирийки стигмы появляться перестали. За 25 лет было достаточно чудес. Наверное, этого хватит. Если в средневековье стигматы были явлением нечастым, то в 21 веке кровоточащие раны Христа становятся явлением массовым. Эти кадры сделаны на одном из богослужений так называемых харизматов. Историк Александр Дворкин утверждает, члены подобных общин настолько доверяют своим духовным наставникам, что не в состоянии заметить очевидные вещи. Стигматы появлялись стигматики, на самом деле, не на тех местах, которые были, где были раны Христовы, потому что Христос был прибит к кресту вот в этой части, потому что ладонь невозможно просто оборвалось бы тело. У медиков по этому поводу своя точка зрения. Клиники дерматологии при Московском государственном университете имени Сеченова больше 100 лет. Феномен стигматов здесь изучают не одно десятилетие. Муляж истерической пузырчатки, такая картина могла ввести в диагностические заблуждения даже опытных специалистов. Заведующий кафедрой дерматологии старейшего медицинского вуза страны профессор Львов утверждает, через его руки прошли сотни стигматиков. Но пока все до единого случая имели самое банальное объяснение.
поражение вызывается собственными руками пациента. Инструменты могут быть разные. В нашей практике бывали пациенты, которые прикладывали кусочки сухого льда для имитации воспалительных проявлений. С помощью пипетки наносили капли концентрированной кислоты. Эта пациентка наблюдалась у профессора Львова всего несколько дней. Впоследствии ее перевели в одну из психиатрических клиник Москвы. Впадая в транс, женщина испытывала сильный зуд и ранила себя всем подряд. Даже шариковую ручку родственникам приходилось прятать. Он ощущает болевые ощущения, зуд. Это продукт его психического состояния. Для того, чтобы купировать эти неприятные болевые ощущения, чувство жжения, распирания, нахождение народного тела под кожей, наносит себе различные самоповреждения, формирующие стигмы. Таким образом, уже в поле зрения врача, дерматолога, эти пациенты попадают с стигмами, с самоповреждениями. Это психическое расстройство называется патомимия или синдром Мюнхгаузена. Больной наносит себе раны с целью привлечь внимание окружающих. Очень характерным признаком самоповреждения является то, что, во-первых, располагаются они на участках кожи, доступных для рук самого пациента. Имеют четкие, ровные края. Они подчас эти высыпания имеют правильную геометрическую форму, а природа правильных форм не любит. А что вы делаете, сделали себе? Ложку разогревал, прикладывал себе раскаленную ложку. И все-таки, глядя на видео знаменитых стигматиков, признанных церковью, доктор Львов оговаривается. Ставить диагноз канонизированным святым он не берется. Это уже не медицинское дело. Ну, сказать, что они психи все, там, да, это легко, нельзя. Проблема очень большая, но если говорить о целом ряде явлений, которые невозможно объяснить с позиции медицины, то это можно оставить без комментариев. Наука и религия продолжают спорить по поводу стигматов. Несомненно одно – стигматизм – это чисто христианское явление. В исламе ничего подобного быть не может. Мусульмане вообще не чтут Христа, они чтут пророка Ису, то есть Иисуса. И они его чрезвычайно чтут. Они очень чтут Деву Марию. Это одна из почитаемейших у них святых. Но вот то, что на человеческом теле проступают какие-то письмена, мне кажется, это с точки зрения ислама странным. Действительно, версия стигматов не объясняет историю Али Якубова, которая без того полна загадок. В семье, где живет удивительный ребенок, что-то случилось. Якубовы скрываются от людей, больше не пускают паломников и категорически отказываются от любых встреч с журналистами. Мои источники в Дагестане сообщают, Якубовы боятся за свою жизнь. Вокруг этой семьи происходит что-то очень странное. Кирилл Малахов рискнул отправиться к ним. Якубовы отказывались показывать сына. Но я договорилась. Али Якубова уже никто не видел больше 2 лет, и неизвестно, что сейчас с мальчиком. Возможно, мы станем первыми, кто узнает, почему родители прячут его ото всех. Первое, что удалось выяснить, полдня пообщавшись с местными жителями, несмотря на годовалое затворничество Якубовых, в Кизлярском районе Дагестана 2-летний Али самая настоящая звезда. Такой, да, ребенок, этот наш Дагестан, гордость этот ребенок. Его здесь знает каждый, и каждый гордится им. Ты сам веришь, вот, с точки зрения здравого смысла, в то, что на теле у мальчика могут появляться надписи, ну, аяты из Корана? В принципе, почему бы и нет? Раньше же ведь чудеса случались. Моисей посохом долбанул, извините за выражение, и море раскрылось перед ним. Почему бы не появиться надписи? Вы верите в то, что это на самом деле так? Верю. Посмотрите, посмотрите. Вы сами убедитесь. Веру дает нам. Веру и надежду, что лучше найдем. В самом селе Краснооктябрьское, где живут Якубовы, даже дети знают, насколько уважаема эта семья. А вот он вырастет, как вы к нему будете относиться? Нормально. Хорошо, с уважением. Да. Почему в вашем селе? Баракатный сел. Какой это, говоришь? Баракатный. Баракат – это, ну, Аллах любит нас больше всех. В этом роддоме 3 января 2009 года родился Али Якубов. Необычного мальчика здесь помнят все.
он на нас смотрел не просто детским взглядом, а каким-то взрослым взглядом. Он был слабый, немножко ослабленный, потому что вес у него был недостаточно большой и ослабленный вот, после этого. Поэтому какое-то время он находился в детском отделении под наблюдением. Но есть одна странность. Мадина Якубова рассказывала, что мальчик родился тяжело больным и только с появлением надписи исцелился. Врач, принимавший роды, это опровергает. Абсолютно никаких у него не было проблем существенных, аномальных, каких-то патологических и что-то не характерных таких вот элементов не было ни на коже, ни у нее, ни у матери. Более того, никаких надписей на теле ребенка доктор не помнит. Не то, что потом проявлялось, эти все надписи, не всего другого, то, что неоднократно спрашивали, это при рождении абсолютно ничего не было. Впрочем, голос единственного скептика тонет в общем хоре верящих в феномен Али Якубова. Врач Ильдар Магомед наблюдал за состоянием ребенка первые 3 месяца. Краска при мне, один скептик пытался соскоблить это дело. Ну, краску мы можем отличить, зрение вроде у нас неплохое. Пальцы мочили, соскабливали там и так далее. Ну, видно бывает, природа возникновения этих очертаний, там рисунков и так далее совсем другая. Врач рассказывает, надписи исчезают, не оставив следов. Просто рассасывайте, и все, так не должно быть. Медик признается, природа рисунков похожа на гематомы, но есть одно «но». Гематомы, как любой человек это представляет себе, они долго рассасываются. Также продолжительное время, там меняет свой цвет, синего на багровый, затем на желтый там, и так далее. Здесь в этой ситуации этого не было. Ахмед Паша Амирилаев, депутат Народного собрания Кизлярского района. Он говорит, что тоже сначала скептически отнесся к информации о чудесных надписях, пока не увидел их своими глазами. Это видеозапись из личного архива Ахмед Паши. У младенца только что проступила очередная надпись. Чиновник показывает уникальные кадры. Эти нечеткие фотографии он сделал в тот самый момент, когда надпись только-только начала проявляться. Ахмед Паша извиняется за плохое качество фотографий. Он говорит, что в первый момент вообще чуть не выронил фотоаппарат. Ну, на ноге, что было интересно, слабая, еле виднейшая надпись. Она проявляется на теле, и светло, еле виднейшая, и светло такого коричневого, она начала становиться темно-коричневая. А потом она начала становиться розово-красная, притом волной. А это уникальная видеозапись. Пленка зафиксировала приезд высокопоставленных гостей. Это Сагит Муртазалиев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сейчас глава Пенсионного фонда Республики Дагестан. Человек рядом с ним Магомед Гаджиев, депутат Государственной Думы. С Якубовыми встречался даже олигарх Сулейман Керимов. Вот в объектив видеокамеры попала вооруженная автоматами охрана. Охраняют не VIP-гостей, как можно было подумать, а Якубовых. Многие, много раз это и мать обращалась, и отец. Отец у них работник милиции. СМС-ки там с угрозами, якобы там из разных этих. Были такие разговоры. В прессе неоднократно писали о том, что лидеры ваххабитских группировок угрожали сжечь заживо всю семью, в которой растет удивительный мальчик. Дом семьи Якубовых находится на окраине села Красногвардейское Кизлярского района. Он слева от меня. Справа же лес и река. Ваххабитам, которые не раз угрожали семейству, не составило бы никакого труда привести в исполнение свои слова. Поджечь дом или выкрасть ребенка. Именно поэтому несколько месяцев кряду младенца охраняли вооруженные до зубов милиционеры. Чем мешает радикальным исламским группировкам ребенок, прославляющий веру? Почему Якубовы прячутся от людей? Что сейчас происходит с 2-летним Али? Продолжает ли появляться на его теле арабская вязь? И действительно ли все это чудо? Вы узнаете и увидите прямо сейчас. Пока Кирилл Малахов пытается установить истину на месте событий, Роман Лутошкин ведет свое расследование. Он считает, что грозные надписи на теле малыша попросту кем-то нарисованы и хочет найти простое домашнее средство, как и чем это сделано. Роман намерен доказать, что на самой обыкновенной домашней кухне можно устроить такое же чудо. Посмотрим. Роман решил заняться поисками народного средства, которым можно нанести на тело нестираемую надпись. На рынке он купил овощи, фрукты и ягоды. Все для того, чтобы проверить собственную теорию. Дело в том, что надписи на теле Али Якубова могли быть сделаны при помощи ингредиентов растительного происхождения.
Таинственные вещества, которые дают окраску продуктам, называются каротиноиды. Содержатся они в моркови, свекле и в некоторых сортах перца. Ликопен дает красную окраску, лютеин дает желтую окраску, бета-каротин дает оранжевую окраску. На самом деле я ничего не вижу, ну какой-то желтый след.